Добрый вечер всем, это снова Игорь. Смотрите, где я нахожусь. Тренировочный лагерь в ресторане. Первый раз запрыгнул на эту башню. Взял сразу белого. Жух, и запрыгнул наверх. Видите, какая красотина. Думаю, не каждый из них будет. Жаль, что сейчас именно зима, потом там смог. Лежит туман. Очень не видно, так у всех. Все окрестности. Да, ну вот. Все еще места села я изучил. Ладно, всем пока.